Спустились мы в глубоченную балку. Сейчас находимся почти в самой-самой ее низине. Вон, батя там какой-то. Что там, по мусор был? Лопатка? А. Железо? Поздоровайся с нашими телезрителями. Привет. Металл толстый был. Просто здесь в низине сыро сильно. И он очень сильно погнил. Какая-то штуковина была, но брать мы ее не будем. Да, здесь, ребят, прям какая-то аномальная зона имеется. Вот, и здесь растут огромные лопухи. Они уже начали подсыхать. В каком-то из своих видео я вам уже показывал этот участок леса с этими огромными лопухами. Ну, чтобы вы могли понимать их габариты, сейчас сделаем с вами вот так. Немножко я наклонился, а рост у меня 1,83 м. Ствол, ребят. Смотрел по телевизору как-то, не знаю, это был сорт этих лопухов или не этих, что в Китае их выращивают специально, и у них огромные мощные корни, и их используют в пищу, как картошку у нас. Вот тут вот эти лопухи. Но у нас картошечка имеется, поэтому пока до лопухов дело не доходит. Но если что, вдруг будет голодное время, мы знаем с батей, где растут лопухи, вот, корни которых, скорее всего, можно употреблять в пищу. Копаем дальше. Попался вот такой кусок шлака. Это остатки после металлообработки, металлопроизводства. Сигнал черный, переход в светнину. Такие вот причудливые формы бывают здесь. Поднимали в этом районе, поднимали мы шлака и большие куски. Но это говорит о том, что древние люди здесь чего-то изготавливали, чем-то занимались. Как-то находил большой кусок шлака с краплениями бронзы. Ямище, ребят, глубоченное. Сигнал продолжается, цветной, я не знаю. У меня катушка здоровенная, вот эта НЛ Торнадо. Батю кричу, он уже вперед убежал, по балке вон туда. Ищет каменный лик. О, что-то кричал даже мне там, я не понял только что. Здесь сейчас буду ножом в корнях ковыряться. Не знаю, что тут, ребята, может все что угодно быть. Тут с этих склонов намывалось веками. Тут, в принципе, да все что угодно. И старина, и банка может консервная быть на глубине двух штыков. Это балка. Ребят, сейчас буду ножичком раскапывать. Ребята, там на глубине этой ямы, я уже нащупал, лежит большой кусок вот этого шлака, оплавок такой металлический. От него вот кусочки отпадают. Вот такого плана, видите? А сам кусок вот там вот на глубине, я его доставать не буду. Вот, ножом по нему прошелся. В общем, ничего интересного, ребят. Ну, сигнальчик был, конечно, такой, обнадеживающий. Сигнальчик прошел, ребят. Цветной, но невзрачный. Скорее всего, это советик. Да. Советская монета. Я вам дам 100%, то, что это 60-е, 70-е годы. 62-го года, 15 копеек. Да ладно. Советы тоже монеты. Берем. Листву ногой это двинул. Сигнал идет. Заметил какой-то маленький кругляшек. Ой, ребята, это копеечка советская. Ай-яй-яй-яй. Но здесь надо все сигналы копать, естественно, и проверять. Поэтому вот копеечка 70-го года. Там в кармане еще у меня пуля. Пару пробок. Гильза. Место вот такое хорошее. Площадки здесь. Травы мало. Ровненько, хорошо. Движемся. Движемся по направлению
каменному лику. Найдем ли мы его сегодня? Я не знаю, ребят. Ну что же, комрады, сидим вдвоем мы с папой, значит, возле вот таких вот скал. Вот слушаем пение птиц, шум ветра. И что вы думаете? Что вот там вот по прямой, если посмотреть, чего там интересного у нас есть? А там есть, ребята, очень интересная штуковина, видео о которой вы очень ждали. Ну, я думаю, многие из вас очень ждали. Но что хочу рассказать, ребят. Мы пытались уже несколько раз найти каменный лик. Ходили, бродили по этой балке, но почему-то не могли его найти. Вот скалку находили, она, получается, идет, ну, довольно-таки большой выступ. В ту сторону уходит и в ту сторону уходит. Здесь много куч каменных с камня. Тут, скорее всего, добыча какая-то шла. Не могли мы каменный лик... Кто-то лазит, да? Какое-то животное. Не могли мы никак каменный лик обнаружить. Ну вот и сегодня, наконец-то мы его нашли, ребят. Вот так, смотрите, я буду проходить, а вы будете смотреть на видео, ну и пытаться чего-нибудь увидеть интересного, да? Вот так вот я буду раз, вот туда посмотрели, ага, сюда посмотрели, пошли дальше, сюда вот так вот заглянули. Ну и пошли. Ну и в итоге что, ребят, пропустили, проглядели. Хотя, может быть, кто-то и глазастый заметил. Вот он. Вот он, каменный лик. В целости и сохранности. У меня не один комментарий был. Спрашивали, дай, пожалуйста, координаты, дай местоположение. Никому не дал, ребят. Никому не рассказал. Мне кажется, тут еще круче стало. О, блин. А вот он, ребят. Такой же и остался. Местами мхом поросший. Ну и вот сегодня, ребят, так как мы его наконец-то нашли, мы вернулись к каменному лику, мы здесь хотим все хорошенько обследовать. Конечно, не каждый камушек... Ну, по крайней мере, в видосе была масса теорий, масса различных версий. Не знаю, ребят, чего это, какого это времени, кому оно принадлежит, какой народности. Можете написать свои комментарии. Вот какая-то птичка бороду обгадила вот этому старцу. Ну ничего, это к деньгам. Сейчас я струшу вот так вот. Красота, ребят. Конечно, здесь нужно лазить плотненько и смотреть внимательно. Прошлый раз, когда это было-то? Па, давненько, да, уже? Сколько? Года два, наверное, прошло. Да, года два, наверное. Полтора-два года. Мы здесь ходили, здесь сигнала вообще практически нет, ребят. Вот, сегодня попробуем здесь плотненько походить. Еще раз лик. Заберусь максимально повыше. А, и давайте, ребят, наверное, я сниму, я сам глазами не вижу. И чтобы вы могли рассмотреть, и я потом тоже сниму сверха. Вот так вот. На GoPro-шке должно быть все видно. Сейчас сходим туда, вот к тем скалам, к уступам. В ту сторону пройдемся. В общем, рассмотрим здесь все хорошенько. Комрады, сегодня я еще сниму каменный лик максимально близко на смартфон. Может, это тоже поможет в определении, какого времени данное изображение на скале. Значит, вот он такой вот. И давайте теперь попробуем максимально близко рассмотреть.
Да, пластушки здесь полным-полно. Пластушки. Тут много мест, в которых можно было бы сделать тайник. Да-да-да. Как будто подпирает дерево стену. Ну да. И вырастешь так, а? А вот здесь вот какая крыша нависает. А дело в том, что сам массив его уходит в глубину, в скалу. Он не маленький, он огромный. Не, нет, он до поверхности далеко, он под уклоном уходит в землю туда, вовнутрь. Козырек этот, конечно, многотонный. Это так вроде на камере смотришь, кажется, не очень большой рез далека, а по-настоящему он огромный. Здесь можно вот так вот, ребят, спрятаться от дождя, и ни капли не попадет. Никаких больше ни надписей. Ребята там спрашивали, может, какие-то руны где-то есть, может, какие-то рисунки. Ничего нету. Ничего. Где-то на скалке или на этой, или дальше. Мы в прошлый раз находили, ну, надписи современных людей. Там Толя плюс Оля равно любовь, типа того. Вот. А старинного вообще абсолютно ничего. Да, понятное дело, если тут целый день ходить и рассматривать, а то мы сюда шли сколько, нам еще обратно идти. Еще плюс жарища, ребят, нам тоже тут долго задерживаться нельзя. А тут какие-то выемки, как правильной формы. Смотрите. Округлое, как будто здесь яйцо было какое-то. И вон рядом тоже. Так, ладно, ребят, будем сейчас проверять территорию металлодетекторами еще. Хотя в прошлый раз мы ходили здесь. Попробуем еще раз. Может, что и попадется. Но в любом случае, тут движуха была какая-то. В какое-то время. Какая-то движуха в какое-то время. А тут не надписи, нет? А, это такую паутинку сделал мох. Такая скала идет. Мы все движемся вдоль скал. Смотрите, какая она здесь гладенькая. Тут батя сигнальчик цепанул. Па, продублируй. Цветной, да? В какое деление? Ага. Я понял. Так, ну лопатой здесь пользоваться мы с тобой не будем. Давай. Да, блин, а вдруг банка, блин, или стекла какие-то. Давай вот так вот я камушком убирай. Проверяй. А то я сегодня уже порезался. В ямку рукой полез. А там банка консервная, острая. И что ты думаешь? Проверяй. Ищи его. Здесь он. А ну. Проверяй. Держи вот так катушку. Держу. Да, вот он. Что это такое? Что это такое? Я думал, камень. Я тоже думал, что камень. Ну вот, смотри, один камень и второй. Камень. Да. Камень звенит. А это не камень нифига. Смотри. Я думал, что это камень поначалу. Я тоже думал камень. Да, тут похож вообще на камень. Глянь. Смотри. Какие-то крепления.
А, ребята, все, вижу. Переключаюсь на другую камеру. Переключаюсь. Здесь на GoPro вы просто не сможете этого увидеть, то, что я вижу сейчас своими глазами. Обалдеть, вот это находка. И камень положили. А, и камушек. Во. Да, который мы выкатили. Вот смотрите, какая нам картина открылась. Камушек. И вот этот предмет. Мы тоже сначала подумали, что это камень, который звенит. Оказывается, ребят, значит, это камушек отправляется обратно вот сюда. А вот эта вот штука уже поинтереснее. Смотрите эту сторону. Смотрите сюда. Видите прекрасно, да? И вот сюда смотрите. И здесь просматриваются эмали. Синие, белые эмали. Обалдеть! Скорее всего, это два креста, слипшиеся вместе. Скорее всего, это так. Мы сейчас в полевых лесных условиях не будем рассоединять эту находку. Но это будет дома. Дома аккуратненько будем разъединять. Потом вам буду показывать, конечно же. Но это, ребят, очень интересная находка. Зачет, зачет. Бате респекты, лайки, ребята. И вот это место, где были подняты два слипшихся крестика. Смотрите, какой такой вот навес идет. И вот прямо здесь, как будто спрятаны они были. Реально, как будто спрятаны. Вот он, камень. Камень похож. Крестики мы заберем, а камень оставим. И вот эту вот ямку вот так вот закопаем. Такая, конечно, интересная и необычная находка. И пошла дальше. Стена. Да, 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 дальше пошла. Здесь вот заворот такой вот. И получается, дальше уходит скала, скала. Ну и мы будем двигаться вдоль нее. Вот, будем пробовать искать дальше, ребят. Вот, может что-то еще интересное попадется. Вот батя уже, видите, под впечатлениями уже погнал дальше проверять. А там что? Что там такое? А, завалилось, да? Плита лежит, да. Плита завалилась. Плита лежит, тут можно сделать на какой-то хрен, да, ночлег, блин. Да, тут ночлежку можно реально сделать. Мхом там все уложить внутри. И тут тоже вот, и там камни, там пошли, везде пошли камни. Да. Да, ребят, классная находка. В общем, пока мы его домой донесли, вот чего получилось. Вот эта верхняя часть, она отпала сама, даже чистить не пришлось. И посмотрите сюда, на вот этот сохранный, на эти эмали. Я просто... Класс. Чудо какое-то. Чудо какое-то, сохран. Вот, ну давайте, вот я думаю, сделаю просто вот так вот. Просто возьму за вот эти вот ушки и... все, даже не пришлось тянуть практически. Все само рассоединилось. И смотрите сюда, разве такое бывает вообще? Вообще красота. Вот это сохранище. Красиво. Наверное, кто-то в этом видео напишет, что это новый крестик новодельный. Нет, ребят, это старый, старый, реально древний. Ну как древний, царизм. Этот крестик не новодельный, это старинный крестик. И эксперт, который вот разбирается в крестах, мои слова подтвердит. Пишите комментарии, ребят. Очень красивый, да? Обалденный. И вот еще один. Это он завидный. Здесь еще пока запечатанный. Вот, смотрите, отпечаток. Ну да, лежали. Вот вниз. Отпечаток. Все видно четко. А это штурвал, па. О, это штурвал. Смотри. Это тоже красота. Вот он. Красивый, да? Да. И тоже в отличном состоянии. Но этот без эмали просто. Все равно он без утрат. Без сохран ничего. Обалденный. Вот они. Красивые очень. Вот такие две. Класс. Святыни. Такие находки, ребят. Так что оставляйте ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. По поводу находок и по поводу каменного лика. Красота. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, смотрите другие интересные видосы на моем канале. Все, до новых встреч. Всем пока.